Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Саратов! Первая лига, лучшая лига мира, вашему вниманию. И у нас один из центральных матчей 9-го тура. Сокол играет против КамАЗа. Сокол один из лидеров, неожиданных лидеров первой лиги. 11-й Владлен Бабаев и 21-й Никита Козловский. Главный тренер Денис Бояринцев. Легенда Рубина и Спартака. Ну что, Намалец вообще бьет все рекорды по ничьим. За 8 матчей 7 раз новороссийцы сыграли в ничью. Какой перехват здесь. И ошибка. Надо забивать в пустые. Это случается. 1-0. Сокол выходит вперед. Владислав Морозов открывает счет на 17-й минуте. Да, привезли так привезли камазовцы. Пока мы вспоминали об успешности их обороны, о том, что они мало пропускают, внезапно из ниоткуда пришел гол. Довольно часто становился лучшим бомбардиром разных лиг, в основном второй. А сейчас Сокол блестящую атаку проводит и в штангу попадает имевший шанс оформить дубль Владислав Морозов. Чуть-чуть не хватило до гола. Прострел. Забивать здесь можно. Блестящий сейв Петра Косаревского после удара Укомского. Оставили его на линии вратарской почти. И Артемий должен был забивать. Но Косаревский и прыгал в стороны, при этом оставлял ноги по центру. И в итоге закрыл максимально возможную площадь ворот. Опаснейший момент. Блестяще играет Косаревский. Снова КамАЗ в атаке. И нет гола и здесь. И опять Артемий Укомский был на острие. Опять ему нужно было обязательно попасть. Но каков Косаревский. А теперь очень даже что. 1-1. Сравнивает наконец-то счет КамАЗ. И кто скажет, что это было вдруг не по игре? Конечно же, по игре. Дамир Таликин. Вот что значит удачная замена, а? Как угадал Владимир Клонсак. Первое же касание. Подбор за КамАЗом. Будет ли удар в итоге? Должен быть здесь. На выходе играет здорово Косаревский. И получает повреждение. Снова Анисимов. Его прессингуют. И знают футболисты Сокола, что можно ждать от него ошибки. Все, а добавленного к добавленному не было. Падают без сил футболисты обеих команд на поле. И 1-1 в этой встрече. Владислав Морозов на 17-й минуте открыл счет. Дамир Таликин через секунду буквально после выхода на поле его сравнял. Я думаю, что ничьей в итоге никто не удовлетворился. Скорее, для тех, как для других, это можно воспринимать как потерю. Что ж, все на этом, друзья. Услышимся еще не раз с вами. Уверен, для вас работал Павел Занозин. Счастливо, не скучайте. Пока.